среду днем в самом центре города сошел с линии троллейбус первого маршрута, а вместе с его экипажем пришлось резко менять планы на день еще одному участнику движения. У вагона, проезжавшего сложный участок контактной линии, вульгарно сломалась штанга токоприемника. Штанга сломалась. Как сломалась? Ну. Во время езды прям? Да. Отвалившийся металлический шест на дорогу полностью не упал, удерживаемый проходящим насквозь кабелем. Подпружиненный токоприемник свесился на левый борт троллейбуса и едва успел коснуться асфальта, как попал в другую нелепую историю. В него уперся бампером микроавтобус, ехавший почти борт-а-борт с электровагоном по второму ряду. Штанга повредила пластик настолько, что шофер Toyota Hiace решил потратить время, чтобы получить компенсацию. Ну, просто внезапно все случилось, штанга упала. Оп. А там она просто об асфальт, как бы, застопорилась штанга, грубо говоря. Скольжения нет, ну и машина немножко ее протянула. По какой причине троллейбус вдруг решил отбросить рога, сотрудники ТТУ уточнить не пожелали. Похоже, металл просто износился от времени. В этом месте токоприемники испытывают повышенную нагрузку. Здесь пересекаются две контактные линии – троллейбусная и трамвайная. С места происшествия Мария Склярова и Виталий Векслер.